И больше всего мне понравилось вот этот вот комплект из льна, такая красота женственная, блузка в испанском стиле и шорты. Сейчас покажу. Смотрите, шорты такие, как юбочка. Классные такие, как тута выходит. Очень элегантно смотрится. Но, может быть, рубашку мне надо чуть-чуть. XS, что ли, надо, не знаю. Рукава такие, прямо девчачьи, как вы думаете. Блузку можно носить и с другими брюками. Или вот такого цвета, или бежевого цвета. Или вот такого цвета, как-то юбками. Можно на поясочке. Красиво смотрится так, девчонки. Вместе выходит где-то 100 евро. И выглядит как тута, как комбинезончик. Прямо, знаете, даже очень дорого смотрится. Не, как будто даже не манго, а как будто какой-то гуччи или что там, не знаю. Цветочки, цветочки. Были бы цветочки еще меньше, еще лучше было бы. Мне очень нравится, девчонки. Привет всем! Как вам понравилось сегодняшнее моя примерка в манке? Наконец-то манго, наконец-то я дошла. Но блузка, она вот такая еще. Можно просто вот так вот свободно носить с другими вещами. Или даже можно, наверное, этот же ремешок сверху вот так вот. Не, лучше, как я сделала в начале. За это, внутрь шорты. Сделать внутри шорты вот так вот. Очень красиво смотрится, девчонки.